Сланцевской краеведческой студии «Твой городок» на днях исполнилось 10 лет. Этот юбилей они решили отметить теплой и душевной компанией в родных стенах детской библиотеки. Свою деятельность под крышей этого городского учреждения они начали в 2004 году. И все это время любознательные ребята исследовали родную землю, узнавали много нового о истории, традициях этих мест, регулярно путешествовали в соседние населенные пункты и отмечали различные праздники. Помнится, как мы с первыми ребятами, которые пришли в студию, совершали поездки по Сланцевскому району, по местам боевой славы, по святым местам, выезжали в города России, ездили в Псков, в Кронштадт, в Санкт-Петербург, посетили Михайловское, участвовали в народных праздниках. Сейчас большая часть ребят, стоявших у истоков студии, уже давно поступили в вузы или закончили учебу. Многие из них разъехались, но до сих пор продолжают горячо любить родной край. Гордость есть за то, что я живу в Сланцах. Как бы, хоть и появляюсь на них только выходные, но я люблю этот город. Мы желаем, чтобы краеведческая студия продолжала свой долгий путь. Желаем им всяческих новых путешествий, встреч, открытий. У нее сейчас замечательный руководитель, и я думаю, что ребят ждет много интересного. Отнюдь не богатая, богатая.